Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 мая. Память преподобного отца нашего, Никиты Столпника, Переяславского чудотворца. Этот преподобный отец наш родился и получил воспитание в городе Переяславле-Залесском. С молодых лет он отличался жестоким и обидчивым характером. Устраивал возмущение, причинял людям много зла, привлекал их к суду и производя грабежи. Таких же, подобных себе, он имел и друзей. Однажды, окончив свои занятия, он во время вечернего богослужения пришел в церковь и услышал следующие, прочтенные там слова пророка Исаия: «Так оглаголит Господь, измытися и чисты будете, отымите лукавство от душ ваших» и прочее. От этих слов он тотчас же пришел в ужас и, возвратившись домой, всю ночь провел без сна, размышляя об этих словах. На другой день по своей привычке он отправился к друзьям своим, развеселился в их обществе и просил их обедать у него в этот день. После этого он пошел на рынок купить провизии и, принесший ее домой, велел жене, чтобы она приготовила обед. И когда жена стала мыть мясо, то заметила, что из него необычно течет кровь. А потом, когда она положила его в горшок и стала варить, то увидела, что в горшке пенится кровь, и выплывает на поверхность то человечья рука, то голова, то ступни ног. От этого она пришла в ужас и рассказала мужу. Когда же он пришел и сам увидел то, о чем рассказала ему жена, то на долгое время его объял ужас. А потом, пришедший в себя, он с глубоким сердечным вздохом сказал: «Увы мне, много я согрешил». После этих слов, молясь и заливаясь слезами, он вышел из дома и, отшедший на одно поприще от города, пришел в монастырь святого великомученика Никиты. Здесь он упал к ногам игумена этого монастыря и сказал: «Спаси погибающую душу». Изумленный таковой необыкновенной переменой Никиты, игумен сказал ему на это: «Испытай себя, пробудь 3 дня у монастырских ворот, плачь и исповедуй грехи свои перед всеми, кто будет входить в монастырь и выходить из него». Никита так и сделал. 3 дня он плакал и молился, исповедуя перед всеми грехи свои. После этого он увидел вблизи монастыря болотистое место, поросшее тростником, и множество летающих над ним мошек и комаров. Он пришел к этому месту, снял с себя одежду и, вошедший совершенно нагим в болото, сел в тростник и стал молиться Богу. По прошествии 3 дней игумен послал инока посмотреть, что делает Никита. Инок пришел и, не найдя его у монастырских ворот, после недолгих поисков нашел его лежащим в тростнике. Мошки и комары огромным облаком кружились над ним. Вернувшись в монастырь, инок рассказал об этом игумену. Тогда игумен вместе с братьями монастыря пришел к Никите и, увидев его в таком положении, что и тело его нельзя было разглядеть, так обильно текла из него кровь, сказал ему: «Сын мой, что это ты делаешь с собою?» Никита же ничего другого не отвечал, а только говорил игумену: «Отец, спаси погибающую душу». После этого игумен ввел его в монастырь, постриг в иночество и поместил в тесную келью, где он бы стал пребывать в постоянных молитвах и посте, проводя без сна дни и ночи. В это время злокозненный враг стал наводить на него страх различными видениями, но он ограждал себя от этих видений крестным знамением, призывая на помощь святого великомученика Никиту, и никому об этом не говорил. Вскоре Никита устроил себе близ церкви столб. Столб, который устроил преподобный для своих подвигов, находился не поверх, а внутри земли. Это была столбообразная круглая яма или просто пещера, так что столбничество святого Никиты было в сущности затворничеством.
и выкопал узкую тропинку под церковную стену, которую и приходил в церковь на молитву. За такие подвиги он получил от Бога дар чудотворений, так как многие, одержимые различными недугами, приходя к нему, получали от него исцеление. В это время благоверный князь Черниговский Михаил заболел недугом расслабления. Услышав о святом Никите, он велел боярам своим свести его в город Переяславль к преподобному для исцеления. Когда он был уже на пути, то встретил его демон в образе монаха и сказал о себе, что он из того же монастыря, где подвязался и святой Никита. Князь спросил его о преподобном, и демон сказал, что он обманщик. Это сильно опечалило князя. Через несколько времени тот же демон уже в другом образе снова встретил князя на пути и сказал ему: «Напрасно ты, князь, утруждаешь себя, совершая такой длинный путь». Когда же князь подошел на расстояние одного поприща к монастырю, где пребывал преподобный, то повелел поставить себе шатер, чтобы отдохнуть от пути, и послал в монастырь одного из своих бояр известить преподобного о своем прибытии. Тогда тот же демон встретил посланного в образе слепого на один глаз монаха с лопатой в руках и сообщил ему, что преподобный умер и что он уже похоронил его. Поняв обман, боярин возбранил демону молитву и святого, и демон остался совершенно недвижным на том месте, где стоял. Боярин тогда пришел к столпу святого Никиты и сообщил ему о прибытии князя и о тяжком недуге его, после чего святой послал князю жезл свой. Благоверный князь Михаил взял этот жезл в руку свою и стал на ноги совершенно здоровым, так что пришел пешком к столпу преподобного, принял от него благословение и рассказал ему все о демонских искушениях, случившихся с ним во время путешествия. Тогда преподобный возбранил демона именем Божиим и повелел ему явно перед всеми в течение 3 часов стоять неподвижно у своего столпа, после чего демон дал святому клятву никогда более не делать зла людям и немедленно исчез. Получив исцеление, благоверный князь Михаил усердно возблагодарил Бога и святого старца и дал богатый дар монастырю, возвратился в свой город. Так святой отец Никита, пребывая в столпе своем и вознося постоянные молитвы Богу, подавал исцеление всем, кто приходил к нему для получения врачества от недугов. В одну ночь пришли к преподобному некоторые из его родственников с просьбой помолиться за них, и, увидев на нем тяжелые вериги, которые от долгого трения от тела вычистились и блестели, подумали, что они серебряные. Омраченные дьявольским научением, они задумали убить святого, и, пришедших к столпу, разобрали бывший на нем покров, вошли в него и насильственно разлучили душу святого от тела его. Преподобный Никита скончался в 1186 году 24 мая. Взяв затем вериги, они завернули их в грубую холстину и убежали. Перед утренним богослужением пар-экклесиарх, зажигающий перед образами лампады в монастырях, Пономарь, по обычаю пришел к столпу святого, чтобы получить от него благословение, и, увидев, что покров столпа разобран, пошел к игумену и сообщил ему об этом. Тогда пришли к столпу и нашли тело преподобного еще теплым, причем от него исходило благоухание. Благоговейно взяв его из столпа с каждением и пением псалмов, торжественно похоронили его у церкви святого мученика Никиты с правой стороны вблизи алтаря. При этом все недужные, какие случились в то время, получили исцеление. Нечестивые же убийцы преподобного, думая, что они приобрели драгоценное сокровище, продолжали бежать и скоро достигли реки Волги. Тут они развернули холстину и, увидев, что 3 честные креста и тяжелые вериги железные, что от долгого трения они вычистились и оттого блестели, бросили их в реку у города Ярославля, близ монастыря святого апостола Петра. В первую же ночь после этого один инок этого монастыря по имени Симеон увидел на том месте недалеко от берега 3 ярко светящиеся столпа. Они поднимались от земли к небу и спускали лучи света. Инок рассказал об этом архимандриту своего монастыря, а тот сообщил начальнику города. И, сопровождаемым множеством народа, они отправились на это место и нашли честные вериги преподобного, которые, подобно сухому дереву, чудесно плавали поверх воды. Благоговейно взяв их с пением псалмов, понесли в город и, встретив на пути хромого, который ползал на ногах по земле, осенили его крестами, бывшими на веригах,
после чего укрепились ступни ног и колени его, и он встал на ноги совершенно здоровым. Кроме сего, много других больных, страдавших различными недугами, получили исцеление от верих преподобного. Спустя некоторое время преподобный Никита явился вышеупомянутому иноку Симеону и сказал ему: «Пусть этот честный знак моих подвигов в скором времени перенесен будет отсюда и положен на гробе моем». После этого вериги преподобного с почестями были перенесены из города Ярославля в город Переяславль и положены на честном гробе его. Всем приходящим с верою они подают многие исцеления во славу Христа Бога. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.